Правда, России. Правда, России. Две чемпионки Европы. Три серебряных призера. И три бронзовых призера чемпионата Европы. Великолепный результат. Но все знают выдающегося спринтера современности опыта Зимайки. Так вот, вот такое же спринтерское ускорение вчера сделали спортсменки Республики Беларусь и на финише обошли соперников, завоевав второе командное место. Поздравляем! На третьем месте очень сильная, очень перспективная команда Турции. В вечерней программе она начинается сегодня в 17 часов 15 минут полуфиналами в 50-х категориях, которые вступают в одну сегодня. И в 18 часов главные финалы в 50-х категориях. Финал принимает участие
Glória a Deus.